Всем привет! Сегодня мы приглашаем вас на рынок Маханаиуда. Или, как можно перевести его с иврита, Маханаиуда, буквально лагерь или стан Иуды. Ну и, конечно же, это Иерусалимский рынок. Да. Мы прогуляемся по рынку, посмотрим на цены, может быть, даже что-то и купим. Ну, по сути, нам ничего даже и не нужно на этом рынке. Ну, знаете как, это не значит, что у нас все есть. Мы ничего не хотим здесь купить. А еще у нас есть и конкретная цель. Помимо необходимости снять, конечно же, видеорынки. Забыл? Что же за цель такая? Напомни. Но мы же хотим купить яблочный штрудель. Очень. Точно. Мы еще не пробовали яблочный штрудель. Очень хочется его попробовать. Да, зато пробовали его наши приятели. И их рекомендации нас сюда и привели. Собственно говоря, а остальное... Как говорится, аппетит приходит во время еды. Ну давай яблочный штрудель. А он вообще кошерный или нет? Какая разница? Большая, мне нужен только кошерный. Посмотрим, я думаю, кошерный штрудель. Ну что ж, вперед! Вперед! Месте начал формироваться в конце 19 столетия. Почему, собственно говоря, здесь? Да потому что здесь появились два новых квартала. И стали сюда стекаться арабские торговцы и филахи. Филахи, собственно говоря, это земледельцы, крестьяне. Почему именно сюда? Да потому что до старого города, там, где находились рынки, ну, практически 4 километра. А здесь всем хорошо, и продавцам, и покупателям, не надо далеко идти, появились новые рынки сбыта, так сказать. Вот, всем хорошо, всем очень радостно. Итак, в конце 19 столетия, в связи с расширением Иерусалима, Иерусалим выходит за пределы старого города, а здесь довольно-таки далеко, как я уже сказала, практически 4 километра от старого города, и вот стихийно появился новый рынок. Площади торговые все росли и росли. Санитарные условия, никто за ними не следил. Так было при турецком правлении. Но когда пришли сюда англичане, они терпеть такой рынок не хотели. И уже в 1928 году появился новый цивилизованный рынок. Рынок все более и более расширялся, появлялись новые бизнесы, появлялись новые семьи со своими уже историями, которые вели свой бизнес на этом рынке. В 2000 году, это уже наше время, здесь была проведена очень серьезная реконструкция. Были сменены мостовые, перекрытия, поменяли полностью все коммуникации. И рынок начал приобретать характер, новый характер, характер туристического объекта. Мы с Павлом очень любим эту лавку специй. Пожалуй, сейчас мы сюда и зайдем. Нам, конечно же, ничего не надо. Ну что значит ничего не надо? Всегда что-нибудь, да, необходимо. Этот магазинчик называется Шукотавлиним, что значит рынок специй. Сейчас в мире специи пользуются очень большой популярностью, потому что благодаря специям можно ощутить, в общем-то, кухню разных народов мира. Долгие годы я, в общем-то, из специй знала только то, что, чем пользовалась моя мама. Это соль, перец горошком душистый и молотый, лавровый лист. Более 20 лет жизни в Израиле заставили меня обратить свое внимание на вот эту красоту. Вот видите, это палочки касси, вовсе не корицы. Корица выглядит так, как будто сверток такой бумаги свернутый, а это все-таки кассия. Ну, по большей части мы употребляем кассию, которую называем корицей. Так вот, я с детства помню, раз в году бабушка моего папы, мама, она готовила зимой к празднику кутью. И там были орехи, там был мед, там была вареная пшеница и нечто, о чем я тогда не знала, что мне очень и очень нравилось. И сегодня я знаю, что это
корица. Ошеломил вот этот запах, вот именно вот этого микса. Я его, конечно же, соберу себе в мешочек и отнесу домой. И мы его будем использовать для чая, чтобы его ароматизировать. Вообще, эти миксы, конечно, я очень люблю. Ну, вот цена 90 шекелей за килограмм. Пишется цена на 100 грамм. Но еще оказалось, что мне нужна смесь из специй для блюда из куриных потрохов. Это приправа для Миурава Ярушалми. Дорогие друзья, сейчас у нас в Израиле пора сбора хурмы. Но что интересно, у нас хурма называется по-своему. Называется она фарсимон. Кто знает, что фарсимон — это древняя пряность, вернее, не пряность, древнее благовоние, которого уже потеряно, которого нет сейчас в мире. И выращивалось оно в период царя Ирода. Тут подумают, а что за, собственно говоря, связь? Да связь это никакой, просто наши лингвисты, тогда, когда начали в начале 20-го столетия выращивать этот фрукт и в Израиле, японское название им, в общем-то, совсем не понравилось. Потому что по-японски это называется каки. А зачем нам такое? Нам такое вовсе не нужно. Вот. На английском это слово звучит иначе, звучит как парсимон. И оно очень напоминает древнее слово афарсимон. Так и получилось название этого фрукта, связано с древним названием благовония. Да, и еще хотела сказать, что это наш израильский сорт, который называется Шарон. Он у нас был выведен. Это гибрид, в общем-то, яблока и хурмы, или афарсимона. Все-таки хурмы. А фарсимон – это уже наше название. Он сладкий, абсолютно не терпкий, и нет в нем совсем косточек. Очень вкусный. Еще, дорогие друзья, у нас сейчас продаются поздние сорта инжира библейской смоковницы, и начался период сбора клубники. В общем-то, клубника у нас поспевает зимой. В большинстве своем ее выращивают в воздухе, на специальных подвесных приспособлениях. Это очень красивое зрелище, как клубника свисает в воздухе с длинных рядов, на которых она располагается. С помощью гидропоники ее выращивают. Цена уже, конечно, не дешевая. Полкило стоит, вот я смотрю, вот здесь вот 18,99. Сейчас мы ее и возьмем на пробу. Ну и, конечно же, еще тоже наша израильская. Фрукт. Фрукт – это авокадо. И еще я хочу вам показать тоже интересный очень фрукт. Это тоже выращивается у нас в Израиле. Не помню, как он называется. Это экзотический фрукт. Но как бы в переводе это сметанное яблоко. Потому что внутри его оно очень-очень белое, с косточкой. Оно довольно-таки, ну, приятный вкус, я бы сказала. Ну и, конечно же, гуаява. Гуаяву либо очень любят, либо не любят вообще. Из-за ее запаха. Я, например, люблю. Сегодня мы купим здесь клубничку, купим немножко афарсимона или хурмы. Что еще купим? Ну, что-нибудь еще купим. Давили бы бакаша кило афарсимон? Да. Вот, можно наложить, естественно, не можно, а это принято, да, что каждый выбирает себе самостоятельно. Кен Хабила. А, Кен? А я хочу себе чего-то. Так. Все. Ананасы тут
тоже, кстати, у нас в Израиле выращивается. Да-да. Сейчас я зайду в лавку, которая называется «Царство халвы». Здесь и продают, и производят эту халву. Вообще, изначально этот бизнес появился в старом городе. А здесь, на рынке Махана Иуда, лавка появилась только в 1986 году. Халва производится из кунжутного семени с добавлением корицы, шоколада, всевозможных орехов. Очень, конечно, вкусно, очень сладкое и, безусловно, очень калорийное блюдо. В больших количествах мне не рекомендуется, но очень вкусно. Ну что ж, попробуем. Здесь, конечно же, всегда можно попробовать. Очень вкусное. С лимоном, и с корицей, и с орехами. Ну просто какое-то удивительное сочетание вкусов. Очень вкусная халва. Скорее всего, это изобретение именно этой семьи. Целая семья, да, уже из поколения в поколение производит эту халву. Да, я должна обязательно сказать, что халва этой лавки заняла золотой приз в Турции. Хотя в Турции производят халву. Это тоже одно из национальных блюд турецких. Ну что ж, купим. Сегодня снимаем две основные улицы рынка, а есть еще и множество маленьких улочек и проулков. Там цены немного дешевле. Но наша цель, насколько это в наших силах, передать вам сегодняшнюю атмосферу этого известного восточного базара. С восточными сладостями, с пахлавой, с клапой очень много сейчас появилось на рынке. Это очень дорогое удовольствие, очень сладкое, очень калорийное, ну и, конечно же, пользуется спросом. Их очень много именно вот в этом ряду, в крытом ряду. В общем-то, это, можно сказать, элитный ряд. Лет. И сейчас хозяин ее уже в третьем поколении, Эли Баша. Поначалу она существовала как ресторан, в котором готовили домашнюю еду для работников рынка, ну и для желающих ее отведать тоже. А вот Эли Башер, он решил пойти немножко другим путем. Дело в том, что когда он был в Париже, он проникся культурой, европейской культурой, сырной. И, можно сказать, эта поездка была для него судьбоносной. И он решил продавать сыры, за которыми он ездит раз в месяц. Сейчас у него в течение уже 15 лет накопилась целая сеть таких магазинов по всей стране. Вот. Более 1000 видов сыров европейских можно
купить здесь. И вплоть до самых дорогих элитных соусов. Приближаемся к месту, которое нам было необходимо с самого начала. Мы идем покупать яблочный штрудель. Вот посмотрите, какая пекарня, и я надеюсь, что штрудель еще не раскупили. Цена тоже не дешевая, как я сказала уже, рынок все-таки достаточно дорогой. Стоит 55 шекелей. Сейчас купим. Здесь тоже очень большой, очень разнообразный выбор домашней выпечки. Мы пришли еще в одну лавку, сухофрукты здесь, ибискус и возможные миксы для чая. Я пришла взять здесь ибискус, сейчас я его и куплю. Вот радушный хозяин этого магазина. И, ну, в шарочках. Туда. Об этом рынке можно рассказывать долго и показывать его бесконечно. Очень все красочное, ароматное, яркое, вкусное и прибавляет настроение. Можно вот так на ходу купить что-то и съесть. Более прозаичные продукты тоже в богатом ассортименте. Дорогие друзья, обратите внимание на эти пончики. Сейчас в Израиле идет Ханука. Сегодня второй день этого праздника. Это праздник веселый, это праздник чудесный, и этот праздник очень аппетитный. Потому что положено в этот праздник кушать вот такие пончики. Это, можно сказать, сувганиот. Это символ этого праздника. Ну, помимо, конечно же, ханукальной свечи. Сегодня зажигают вторую ханукальную свечу. Кошачий босс хоть и дремлет на солнце, но одним глазом следит за порядком на рынке. Дорогие друзья, нам пришлось сбежать с шумного, такого крикливого, цветного, яркого рынка, чтобы сделать, так сказать, свое заключение. В общем, рынок уже не тот. И купить подешевле не получится. Ну и ладно. Но здесь можно просто хорошо провести время. Вкусно поесть, почувствовать запахи, шумы и вкусы. И, кстати, не только днем. Даже на ночь шук не закрывается. Здесь кипит жизнь, особенно к концу недели. Магазины закрываются, и им на смену приходят ресторанчики, кафе, бары. Можно и потанцевать, и живую музыку послушать, и поесть, и выпить, само собой, разумеется. В ночь на пятницу все открыто до рассвета. Конец недели, время отдыха, и собираются здесь люди всех возрастов, не только молодежь. Не знаю, как сейчас, но здесь до эпидемии проводили кулинарные туры всевозможных направлений. Разного рода экскурсии по рынку проводятся и сейчас. Для израильтян. Здесь смешались, как собственно и во всем Иерусалиме, прошлое с настоящим, старое с новым.
рынок переживает время перемен. И надеемся к лучшему. Дорогие друзья, нам пришлось прерваться, потому что нам немножко помешали дети. Да, им все было интересно. Они приходили, спрашивали, что за канал, когда выходит, попали ли они в кадр. И вообще, кто мы такие? Да, кто мы такие, чем мы занимаемся, да. Они, кстати, здесь были на экскурсии. Да. И экскурсия в это место также ожидает вас в скором будущем, потому что здесь очень интересно и здорово. Ну, а нам пришло время прощаться. Здоровья и благополучия вам и вашим семьям. Не скупитесь на лайки и пишите комментарии. Чем больше лайков и комментариев, тем шире распространяется это видео. И, конечно же, мы благодарим наших спонсоров и приглашаем всех, кто хочет помочь развитию канала, оформить спонсорскую подписку стоимостью всего $1.5 в месяц. И заранее благодарим вас за это. Всем до свидания и до новых встреч. Всего огромный привет. Всего доброго из Святого Града Иерусалима.